Gear Best The Best. Сегодня мы рассмотрим маленький рюкзак, сумку. Итак, вот такое вот чудо к нам приехало. Произведено это чудо 29 июля 2016 года. Скорее всего, июня, потому что 1 числа это все уже было у нас. Итак, по упаковке полиэтилен, вот так вот запаян. Все чинно, благородно. Все очень даже неплохо. Теперь сам рюкзак. Значит, ну, внешний вид. Тут у нас куча лейбликов на китайском, который мы особо не понимаем. Cool Walker. Такой вот значок Cool Walker. Вертолеты, Cool Walker, почему-то прицелы. Ну, короче, лейблики очень классные. Но суть они нам не портят и не дают. Сам материал. Он, как указано, должен быть стойкий к воде. Что мы видим здесь? Ну, скажем так, на ощупь он очень и очень даже качественный. Видите, вот эти бугорки, они все очень ровные. Они все сделаны очень и очень качественно и равномерно. Прошито тоже очень все хорошо. То есть шва-то особо и не видно, ну, вообще не видно. Вот я пытаюсь его раздвинуть, фактически его увидеть очень сложно. Да, мы там видим, что есть нитка, но как самого шва не видно. То есть оно не должно разорваться при первых применениях. Вот внешний шов здесь. Это у нас тут слеза что-то. Аня. Внешний шов, да, вот он. Можно его качество посмотреть. В принципе, ничего супер. Ничего супер экстраординарного, но шов действительно качественный. Вот, он выполняет свою функцию, скажем так. Опять наш Cool Walker. То же самое с этой стороны. То есть замечаний к исполнению вот этого всего нет. Застежки пластмассовые, но пластмасса не вонючая, без всяких там зацепов. Тоже вот видите, свою функцию выполняет. Жесткость этого продукта действительно на уровне. То есть приятно держать в руках. Подозреваю, что он действительно будет водонепроницаемым. Ну, для дождя, конечно. Если посмотреть, зачем эта липучка, до сих пор не знаю. Вот просто липучка. Возможно, что-то дополнительное тут можно носить. Ну так, приятно. Мелочь, но приятно. Так, по замкам. Вот это вот у нас ремешочек, замочек. Вот это вот железный замок. Это вот штука пластиковая. Жесткая, но приятная. Вот анти... Чтобы не скользила рука, все сделано такой сеточкой, как будто. Вот на каждой застежке. То же самое, вот эти застежки. Тоже хороший пластик, не вонючий. Довольно качественный. Попробуем ее открыть и посмотреть, что же там у нас может быть поместиться. Очень легко идет замок. Приятно, без проблем. Тут всякая дребная мелочь. Возможно, даже можно деньги положить. Там MP3 плеер ваш положить можно. То есть все на полет вашей фантазии. Дальше. Здесь на липучке. И вот здесь мы уже видим, что действительно, скорее всего, оно не будет пропускать воду. То есть тут идет двойная подкладка. Вот. Опять она идет такими точками равномерными, сеткой. Не очень сомневаюсь, что это будет пропускать воду. То есть действительно качественно. Не просто фигня. Так, теперь мы доступ получили к первому карману. Он тоже у нас на замке.
Легенько, очень приятно идет. Потянули и открыли. Внутри вот такое вот отделение. Чуть позже мы посмотрим, что туда можно положить. Так, идем дальше. Идем дальше и посмотрим на следующее наше отделение. А это вот, это главное отделение. Вскрываем. Опять же легко. И вот такое вот оно здесь. Тоже у нас подкладка. Здесь тоже двойная подкладка. Замки. Замки прошиты очень хорошо, качественно. Все у нас держится. И ничего вылетать не должно. Такое вот большое отделение. Ну, тут оно видно, как оно раскладывается. Вот да, вот какая его ширина здесь. Ширина. Вот чехол Nexus 4. Вот на больше, чем наполовину телефона занимает эта ширина. Так, теперь смотрим, что же там у нас дальше внутри. Внутри у нас действительно просторное отделение. И еще и вот здесь с таким карманчиком, довольно глубоким, который может отделять одни вещи от других. Что, честно скажем, очень и очень удобно. Да? Так, с этим разобрались. Теперь, что еще? Теперь посмотрим, как же сюда можно ложить разные прикольные шняшки. Итак, что же влезет в самое большое отделение? Я попробую положить сюда вот такой мини-термос на 350 мл. Открываем. Ложим. Итак, термос у нас влез. И еще осталось место. Что сюда можно еще положить? Есть у меня вот такой вот планшет BlackBerry. Ну вот уже если там есть термос, то планшет засунуть довольно проблематично, но возможно. Вот планшет, термос. Закроется ли это чудо? Сейчас посмотрим. Так, чуть-чуть. Все закрылось без напряга. Хорошо, в принципе, выглядит. Сюда, опять же, повторюсь, телефон вряд ли влезет. Ну вот, мой чехол Nokia, вот так вот. Но всякие безделушки, какие это могут быть безделушки? Это может быть, например, спички, какой-нибудь нож. Это все сюда отлично влазит. Вот влез нож, вот влезли спички. Теперь все отлично. Да, по поводу вот этого отделения, что сюда может влезть. Вот сюда уже явно планшет не влезет, потому что вот у нас граница планшета. И вряд ли влезет наш термос. Но сюда с удовольствием влезет кошелек. Вот берем кошелек. Раз, и у нас еще осталось место. Оставшееся место можно использовать для, например, влажных салфеток. Вот они тоже тут войдут. Может, вы пользуетесь какими-нибудь лекарствами. Тоже туда войдет. Сюда войдет бутылка 0,5 литра. У меня ее нету. У меня вот 0,75. Ну, для сравнения, вот это вот у нас бутылочка 0,75 литра. Как вы видите, она, ну, скажем так, выше полезного объема этого рюкзака. Конечно же, она не влезет. Но 0,5 бутылка влезет с удовольствием. Итак, подведем наши итоги. Это отличный, качественный рюкзак.
с хорошими пряжками, отличным материалом, приличная вместительность, все хорошо прошито. Насчет вместительности, опять же повторю, что мы сюда вместили. Самое большое отделение у нас планшет, в чехле причем большом. Это планшет BlackBerry на 7 дюймов, но по своему размеру, вот экран, видите, он, ну считайте, что это 8,5. То есть вот он без проблем в чехле даже влез. Термос на 350 миллилитров, вот он без проблем влез. В маленьком отделении у нас нож, спички. Можете сюда мелочи еще ложить. Так, вот в этом отделении среднем у нас кошелек такого формата. Салфетки влезут. Ну и, конечно, вот я на примере чехла от телефона покажу, что влезет телефон. Ну, это у меня Nexus 4, на который я и снимаю. Вот так вот это все выглядит. Так, ясно, что сюда влезет и более большой телефон, и на 5, и на 5,5 дюйма, и на 6. Это вообще проблемой не будет. Так что GearBest DBS действительно отличный рюкзак, достойный внимания и достойный того, чтобы его купить. Действительно отличная вещь. Так, еще забыл сказать про карабин на рюкзаке. Ну, как он крепится. Вот на шлейке вот карабин. Это у нас пластмасса. Пластмасса это отличается качественным исполнением. Действительно качественное исполнение. Несмотря на то, что это пластмассовая вещь, все это выглядит очень и очень даже добротно. Вот тут плавно так работает. Принцип очень простой, да, такая примитивная как бы пружина, вот, за счет крепления в разных местах. Так работает. Куда это все застегивается? Вот эти штуки я еще не придумал, зачем они нужны, да, вот именно здесь. Но, наверное, зачем-то нужны. Сама же шлейка может крепиться как на одну сторону сюда, вот так, так и на другую сторону, вот сюда. Сейчас посмотрим в масштабе, как это выглядит по сравнению с человеком. Итак, посмотрим, как же это выглядит. Выглядит это примерно вот так. Вот такой рюкзак, такие размеры. Одеваю. Носить очень удобно, оно ничего не мешает. Можно также попробовать носить спереди. Если вам надо что-нибудь достать, то, конечно, это самый удобный вариант. GearBest DBS. Всего хорошего. До свидания. Guys, are you in here? I forgot my sense of this bag. I put on this bag two beers. It's a miracle. Two beers on this small bag, two beers. It's a miracle. GearBest DBS, thank you.